Здравствуйте, дорогие сахалинцы. Хочу выразить слова благодарности. Вам большое спасибо за гуманитарную помощь, за постоянную гуманитарную помощь. Это большая поддержка. Это во всем плане, и в материальном плане, и письма даже от детишек. Это круто, это дает большой дух. Мы с вами воюем, мы на фронте, вы в тылу, вы тоже воины. Хочу выразить слова благодарности Верховному Главнокомандующему. Он дает всегда дух и понимает, что ты делаешь правое дело. Россия права, это не обсуждается. Только, я не знаю, глупые, тупые люди могут такие вещи, мысли проявлять, или а-ля не патриот, или иноагенты. Реально, мы крутые, мы победим. Когда? Мы правы, Бог с нами. Победа будет за нами.